Всем привет! А погода шикарная. И было бы грех просидеть такие денечки дома. Собираемся опять в парк пообедать. А у нас вот здесь, вот видите, загородили территорию. Нам обещали здесь поставить барбекю area, где мы будем жарить свои курочки, сосиски, стейки. Но когда это будет, не знаю. Говорили, что за пару месяцев справятся. Пока только вот так вот сделали такую небольшую оградку, место под деревом, вот этим вот старым таким. Не знаю, будет это плюсом или минусом. Если тут будут собираться шумные компании, если тут будут жечь огонь, будет ли хорошо. Барбекю здесь все газовые. Ну, наше слово здесь не играет никакой роли. Сказали, что будет, пусть будет. А вдруг будет хорошо, не нужно будет ездить в парк. А я сейчас еду в магазин, нужно еще кое-что докупить. Беру вас с собой. Еду в интересный магазин, китайский. Там полно всяких вкусностей. Ну и кто захочет, оставайтесь, пойдем туда, в парк, на барбекю. Погода шикарная, жарко. Кстати, хочу порекомендовать, кто интересуется, посмотреть какой-то фильмец. Можете посмотреть сериал, но там небольшой сериал, 9 серий всего. «Игра в кальмара». Тоже вот такой вот китайский фильм. Правда, чуть-чуть он там такой беспощадный. Много людей там убивает, конечно. Но такой захватывающий, интригующий. Может быть, кому-то нужно будет скоротать какие-то денечки выходные. Попробуйте посмотреть. Может, и вам понравится. Упс. Тут столько всего разного. Жалко, что не понимаю почитать, что это. Полно всяких каких-то сухофруктов непонятных. И не на всех даже написано по-английски. Ну, это кокос. Вот такой вот цветной. Ну, окей, если вафельки, то понятно, вафельки. Coffee flavored coated peanuts. Орешки в разных таких вот вкусовых. Упс. В такой оболочке. Много крекерсов. Много каких-то вот таких вот штучек. Ну, вот что это такое? Tamarind candy. Если бы еще знать, что это такое и с чем его едят. Вон сколько их тут. В баночках. Казинаки всякие вот такие с орешками. Полно всего. Ну что это такое? Вот, ну где, хоть бы по-английски писали. В Америке же продают. Они тут продают, видно, только для своих. Spicy peanut нашла. В баночках. Кумкват какой-то, консерва. Кумкват. Что такое кумкват? Похоже на мандаринки маленькие. Сливы. Сушеные или вяленые. Драйд, сушеные. Это то же самое. Какой-то вампи. Хани вампи. Что такое хани вампи? Столько всего. Вон тут. Хорошо, что сегодня нет музыки. Тут иногда музыка орет на всю Ивановскую. Product of Taiwan. Pitted olive. Оливки. Оливки вон они какие. Сушеные, наверное, или вяленые. И такие есть, такие есть. Хочется даже попробовать оливки традиционного вкуса. Это что? Короче, догадайся сам, или нужны очки, потому что очень... А, кумкват лемон кэнди.
полно-полно preserved ginger. Ну, ginger в кусочках. Всяких их сладостей полно всего. Все кусочками, брусочками, какими-то завитушками, сушеные, вяленые. Вот тоже, что это интересно. Тоже с каких-то ягод что-то сделанное. Очень много всяких печенюшек, крекеров. Семечки даже, смотрю, есть. Орехи, печеньки. А я взяла себе... давно не брала вот такие вот ягоды сушеные. А называются они... Дайте вспомню. Только что читала. Короче, я уже брала, как-то показывала вам. И возьму крекерсы тоже себе. Все по на работу берет. Тут есть интересные всякие вот такие вот тоже для детишек. Шоколадные Hello Panda. Печеньки с начинкой. Возьму Маше своей. У меня что же есть, бейбик? Вот такие всякие чокомент палочки. Для деток интересно. С начинкой стробери, ванильной. Короче, полно всего. Мы сюда пришли за ставридой. Степа хочет засолить на селедку. Вот такие тоже интересные штучки я когда-то брала. А у нас скоро Хэллоуин. И вот такие вот привидения стоят возле домов. Ну вот мы и на природе. Вот мы и расположились. Ну, что сидеть дома, правильно? Отличная погода. Идет зима. Шеф-повар на месте. Чем еще заниматься? Такая красота вокруг. Листья уже шуршат под ногами. Мы решили все-таки сегодня еще выйти. Хотя у нас уже было закрытие сезона. Но такое мы не пропускаем. Чем сидеть дома у телевизора. Значит, будем делать хот-доги. У меня булочки здесь есть. Салатик. И сосиски есть. Хотя Степа принес и курицу. Покажу вам, что я взяла в китайском. Взяла вот такой бренди кейк. Упаковочка вот такая вот интересная. Вот такой вот кейк. Мягенький. Такой мокрый. Первый раз взяла просто так вот, из-за интереса. Потом вот эти Choco Panda печенюшки. Мы как-то высылали своим в Украину, и придется еще взять, потому что действительно вкусно. Маше нравится, и моим вот этим девчонкам старшей тоже нравится, любят. Каждая печенька имеет свою картинку. Когда берешь в руку, надкусываешь, а в середине, ну, типа нутеллы. Для деток то, что надо. И взяла вот такие вот китайские тоже десертики маленькие. Я уже их когда-то брала, вам показывала. Вот такой вот в середине тоже кругленькие печенюшки. К ним додается набор вот таких вот ложечек маленьких. И вот этой ложечкой детки, моя Маша тоже любит. Нутелла здесь тоже такая, двух видов. Такой десертик. Ну, сидишь и балуешься, пока мясо будет готово. Ну что, шеф-повар, курица уже на подходе. Стол у нас украшен по-осеннему. С листвой. Сосиски уже готовы. Я один хот-дог уже срубала. И смотрю, у нас тут компания появляется. Там сели, бабушки тут сидят. Все решили выйти. Когда еще такое нам попадется отличное мероприятие сделать на такую вот погоду. Ну и овощи у нас будут. Белые баклажаны, ну и картошка. Шеф-повар сделал свое дело, шеф-повар может отдыхать. Все, мы отдыхаем. Я уже съела один хот-дог с сосисками. Второй хот-дог буду есть с курицей.
сверху поставлю вот этот вот свой салатик, который я сделала с капустой, с морковки и перец. Так поставлю сверху и буду есть, как американцы. У них хот-дог – это первое блюдо. А рыбак без улова не остался. Пожалуйста, он еще успел сегодня сделать вот такую вот классную рыбку, принести домой. Два карпика вот таких вот. Пришла новая свежая работенка. Ну вот, не думали и не гадали, что сегодня у нас будет фаршированный карп. Хотя до Нового года еще далеко. Но карпом побалуемся сегодня. Все, вам всем пока, всем хорошего дня и настроения. Бай-бай.